Всем привет! Сегодня я хотела бы рассказать вам о бумаге, которая мне недавно пришла из одного магазина, которую я очень долго ждала, наверное, месяца 3-3,5. И вот она у меня. Это Stamperia винтажная библиотека. То есть здесь 10 двусторонних листов, размер 30,5 на 30,5 сантиметров. Вот. И я предлагаю сегодня посмотреть, насладиться этой бумагой. Кстати, сразу скажу, вынимаешь из упаковки, запах бумаги невероятный. Ну что ж, начинаем листать. Итак, первая страничка. Здесь у нас самые разные надписи, которые подойдут нам для различных украшений. Вот. А также есть вот такие тежики красивые, которые можно использовать. Вот. А здесь можно увидеть вот такой ряд книг в виде маленьких домиков. Вот посмотрите, как это все изящно сделано. Я, честно говоря, теперь задумалась, какой же альбом сказочный можно из этого сделать. Итак, второй разворот. Здесь у нас вот такой форзац, не форзац, а корешок книги, такое ощущение, а здесь как будто идет ее обложка. С другой стороны, справа, мы видим книгу и ступеньки, которые к ней идут. Вот, вечная свобода. Бумага. Так, следующий, третий разворот. Также мы видим корешок, дикшенери, словарик и вот такая как будто состаренная обложка старой книги. А здесь с правой стороны двери в библиотеку и самые-самые разные книги, которые стоят, лежат на полочках и создают такую иллюзию абсолютного художественного беспорядка. Так, здесь у нас тоже состаренный корешок, как вы видите, и вот такая как будто бы обложка книги, либо форзац. Ну, в общем, для оформления она подойдет прекрасно. С правой стороны вот такие вот картинки, марки, которые можно использовать как, ну, мне кажется, тут исключительно для вырезалок, хотя можно и самостоятельно. Так, с левой стороны на следующем развороте вот такие карты. А с правой стороны пианино, скрипка, опять же книги, различные бумаги. Тут портреты разных композиторов. Гайден, Моцарт, Бетховен. Вот. Так, здесь у нас также пианино и ноты. Также вы можете увидеть здесь самые разные надписи и ноты музыкальных произведений. Вот, а с правой стороны у нас такая мудрая сова, как видите, окно, как будто мы в старинном замке. Тут как будто бы кто-то у вас забыл книжку, словарик. Самые разные тут книги отражены. Так, на следующем развороте с левой стороны вот такой вот, ну, если можно сказать, спокойный фон, наверное, в данном случае, но, по крайней мере, без всяких сказочных персонажей. С обратной стороны вот такой вот дракон, опять же, лестница из книг, очень красиво все это выглядит. Так, следующий разворот у нас вот такая вот, как будто стена, и тоже тут какие-то надписи. С правой стороны бесконечные, бесконечные страницы, которые рассматривает некий волшебник, либо ученый, может быть, там Нострадамус. Вот так, следующий разворот, слева тоже корешок книги, и здесь обложка, из которой выглядывают разные бумаги, разные слои бумаги, здесь как будто уголки обработаны кожей. С правой стороны уже то, что может идти на украшательство. Честно говоря, прям жалко резать эту бумагу. Вот, поэтому я думаю заказать еще один набор, чтобы можно было использовать, например, вот здесь, посмотрите, с обратной стороны. С этой стороны у нас украшения для книг, и с этой стороны у нас используют самые разные интересные для оформления. Здесь у нас и тежики,
либо как закладки для книг, они могут идти здесь вот такие вот для украшений маленькие картинки. Так, здесь у нас тоже закладки, тоже украшения для картинок, а здесь уже пошли вырезалочки. Просто посмотрите, насколько они изящные, классные, красивые, просто очень здорово. Так, ну и на финальной страничке просто вот они представляют все страницы, которые есть вот в данном наборе. Вот очень классно, очень красиво. Потрясающая бумага, с которой работать, конечно, мне кажется, будет невероятное удовольствие. Тут нужно придумать некий такой свой сказочный мир.